Житель сербского города Кралево по имени Горан Маринкович наткнулся на полянке на маленького бездомного щенка. Проходя мимо кучки мусора, он увидел, как малыш прячется в старом ботинке. Мужчина не нашел других собак поблизости, видимо, щенок так рано остался без матери. Он был обезвожен и очень голоден, поэтому мужчина сразу дал ему немного колбасы. Он не мог оставить беднягу, и решил взять с собой. В тот день Горан отвез щенка к ветеринару. Там определили, что это девочка, и позже дали кличку Коко. Жизнь на улице в столь раннем возрасте сказалась на малышке, она была очень слабой, но одновременно полной решимости восстановиться. Забота опекунов Коко подрастала активной и очаровательной девочкой. Вскоре она восстановилась и подросла, тогда пришло время искать для нее хозяев. Сотрудники получили сотни заявок на эту очаровательную собаку, но выбрали для нее семью в Германии. После этого Коко отправилась к новым хозяевам. Сейчас она вовсю наслаждается жизнью, любима и счастлива, у Коко чудесный дом и любящие люди рядом. «Они часто присылают мне ее фотографии, и мое сердце радуется», — говорит Горан. Спасибо доброму мужчине, который когда-то спас Коко. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.